Всем привет, с вами снова Висмур, мы с вами продолжаем проходить BioShock Infinite. В предыдущей части мы добрались как раз до логова местных, до местного, точнее, Ку-клукс-клана. Вот, и что ж, давайте продвигаться вглубь. Да не пугай. Там, ну-ка, что здесь? А, ничего. Ладно. Отдай нам свои деньги. Блин, вообще нет солей. Что он показывает нам? Индейцы. Ой, ладно, давайте дальше двигаться и осматриваться. Возможно, в этот раз с лагами будет все получше, причине того, что я решил совсем уж, скажем, настройки выкрутить как можно ниже, так скажем, и поэтому, может быть, лаги все-таки прекратятся при записи. Символ леди. Первый фанатик. 6 января 1912 года. Место Орден Ворона. Престая Матерь Колумбии, почему мы чтим три символа в памяти о тебе? Мы чтим клинок. С ним мы сможем отомстить за тебя. Мы чтим Ворона. Он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к чему нас приведет неудача. А, вот из-за чего они тут... Такие все... Ну, имеется в виду, откуда у них все эти символы. Почему именно такая символика? Так, давайте-ка направо. Сейчас сходим, посмотрим, что есть. Только как они, блин, среди всего этого, извиняюсь за выражение, говна живут. Похоже, мы нашли какую-то секретную область. Прикольно. Судя по всему, это, видимо, какая-то тюрьма. Или что-то такое. А, это, видимо, место для пыток. Судя по всему, здесь они пытали кого-то. И содержали каких-то заключенных. Так, вот там что-то интересное. Сейчас обязательно посмотрим. Ладно, осмотреть снаряжение. Что это такое? Снаряжение — особая одежда, дающая уникальные способности. Одновременно можно носить не более 4 предметов снаряжения по одному каждого типа. Выбрать снаряжение можно в игровом меню. Новый предмет — брюки опасной... Опасный больной. О, вот как они называются. Дальность рукопашной атаки X3. Это как-то... Ладно. Надо будет попробовать. Может быть, что-то прикольное. Кстати говоря, при предыдущем... Йо! Бедный китаец. Кстати говоря, просто это... В предыдущий раз, когда я до сюда доходил, штаны дали совершенно... другие характеристики. Я там, по-моему... начинал, ну, в ближнем бою бил огнем. Ну-ка, ну-ка, ладно, сейчас узнаем, как далеко бьет. Так, что, где, кого? На тебе, умри. Блин, я промазал. Черт побери, а. Kind of vigor? Давайте возьмем. Вороноубийца. Ну, если она делает ровно то, что мы видели, то действительно жестокая. Ладненько.
Вызвать воронов-убийц, поставить ловушку. Под атакой воронов более уязвимо. Что? Мы только два можем. Блин, мы только два тоника можем. Видимо, с собой. Ну-ка. Ох ты, как вас покусали-то вороны, однако. Однако. Жаль, что только два тоника можем. Хотя, может, они как-то расширяются постепенно. Не знаю. Но как-то не очень приятно, если только два будет тоника. По крайней мере, как мне кажется. Потому что в тех же первых биошоках, как вы помните, у нас была куча плазмидов, которыми мы могли пользоваться. Здесь, увы. Ладно, давайте дальше двигаться. Вот этот робот похож на еврея. Серьезно. Новый предмет, шляпа Пламенный Орел. Шанс 70%, что в рукопашном бою вы подожжете противника за 4 секунды, жертва получает 300 очков урона. А, вот оно, я перепутал со шляпой. Ну ладно. Ничего страшного, главное, что теперь мы можем куда сильнее долбить всех. Гондольную станцию. А нам, кстати, он туда вроде, на Monument Island нужно добраться. Только, видимо, не очень-то легко это сделать. Ну да ладно. Так, вот посмотрим, что здесь. Вроде больше ничего. Так, давайте-ка вот походим в этом здании. Может, что-нибудь интересное, какое-нибудь дополнительное задание, может, будет. Но пока вроде бы ничего такого не предвещает. Интересно, про кого это? Так, ладно, может, мы к ним, конечно, все-таки и попадем. А, вон они где, оказывается-то. Так, сейчас мы их тут аккуратненько. Там, видимо, гражданские, наверное, гражданских трогать не будем. Блин, вот. А, нет, смотри, как-то забираются. Правда. Правда, мы это... Правда, нам это все равно не очень помогло, он и так умер. С первого удара. Мужик, ну... Не смешно. Не надо в нас целиться. А даму трогать мы не будем, она... Вроде... Не собирается нас никоим образом атаковать. Значит, можно уходить, я думаю, отсюда. Больше ничего интересного мы здесь не нашли. Нет, это явно не мы. Совсем не мы. Если вы помните, конечно, в самом начале игры, когда мы пытались окунуться в тазики с водой, чтобы умыться и очиститься от грехов, вот совершенно другая рожа у нашего героя. Ладно, нам вон туда, кажется. Как он далеко прыгает, однако, я вам скажу. Так. Эд? О, тё-тё-тё.
жестоко. Мало того, что его всего урона искусали, так как мы ему шею там перерезали, так еще и подожгли. Забавно. Кстати, а почему именно из-за шляпы? Интересно. Так, ладно. Нам нужно двигаться куда-то внутрь этого здания, видимо. Так, жизнь, здоровье у нас полное. А денег у нас уже, кстати, очень много. Тратить пока некуда. Ну, возможно, в будущем, конечно. Хоть воспрещен, закрыто по распоряжению полиции Колумбии. Интересно. Наверное, это из-за нас все. Я даже не знаю, а что было бы, если бы мы выбрали кидать не в ведущего, допустим, в негра того, точнее, в негритянку ту и ее любовника белого. Хотя навряд ли, наверное, что-то изменилось бы. Ну да ладно. Найдите гондолу до острова монументов. Ладно, мы сейчас как-нибудь потихоньку проберемся. Давайте начнем с правой части. Гондола закрыта по приказу пророка. Остров монументов. Башня защищает Агнца от лжепророка. Ну да, это мы уже видели все. Давайте-ка посмотрим. Кинетоскоп этот. Может, это как-то связано с дочерью пророка? Как раз таки. Вполне может быть, потому что мы тоже видели на самом-то деле одно из этих... из этих чудес, так скажем. Что это у нас? Это у нас их... Плюс к ловушке, плюс к поцелую. Плюс к поцелую дьявола добавляет небольшие грозди, увеличивая тем самым дальность и силу поражения. 1241. Слабо, я вам скажу. Бум. Соли, боеприпас. Нет, нам это не нужно. Ну-ка. Так, кто-то идет. Опа. А он там турель. О, да что к тебе, а? Блин, нам себе щит сломали. Давайте-ка свалим, пока у нас там щит не установился. Блин, у них эти шлемы защищают от хедшотов. Блин, черт. Это я косой иногда бываю. Кстати, что еще убивает, то, что здесь есть и женщины военные. Ну, он сами видели сейчас. Так, где? А вот ты где. Ну, иди сюда, давай. Познакомлю тебя с крюком. Вот так тебе. Да? Ну подходи. Так, ладно, пока он не хочет, давайте-ка вон турельку уничтожаем. Так, турель в минус ушла. Ох ты, черт. Да черт, я попасть не могу. Так, вроде кто-то еще где-то жив. Где? Сверху где? А, не, вон он. Да вот на тебе. Ладно, так вот тебя убьем. О! Как жестоко. Так, ладно, давайте осмотримся теперь. Противников нету.
Можно что-нибудь интересное наверняка здесь найти. Нет, здесь ничего нету. По крайней мере, с этой стороны. А, нет, тут мы были. Ладно, пойдемте осматриваться дальше. Сейчас соберем, пожалуй, с трупов все, что можно. Так, и теперь давайте посмотрим, что у нас слева. Есть. Ну, слева у нас, по крайней мере, есть соли, это хорошо. И вроде бы больше ничего. Жаль. Ладно, давайте дальше двигаться. Что-то как-то нерационально здесь расставлены вот эти вот самые керосиновые лужи, честно говоря. Ну, может, правда, я какой-то тугодумный. И, может, что-то неправильно делаю. И зря переключился, может, на как раз воронов. И при этом убрав, к сожалению, огненный тоник. Но то, что его знает теперь... Может, тут сможем, кстати, еще в будущем, так скажем, вернуть. Наш огненный тоник, он мне больше нравился, честно говоря. С ним можно было толпы врагов сразу поджигать и убивать. Так. Что у нас здесь? Так, стоп. Что? Ух ты, какая у нас лапка. Забавная. Еще деньги, это круто. Так, здесь вроде бы пока ничего такого я не вижу больше, к сожалению. Ну, деньги, разве что. Так, ладно, давайте дальше двигаться. Надо исполнить патроны. Так, это у нас гондола закрыта по приказу пророка. Остров монументов. Так, а денег у нас ведь по-прежнему нет. Да. Печально. Так, погодите, надо вернуться назад, пожалуй, за солями. Только не помню, где они были, справа или слева. Нет, слева. Там слева в ящике были. Хотя бы на пару воронов нам хватит. Только на одних воронов хватит. Ну да, кстати, это еще один плюс огненного тоника. Мы могли пользоваться им куда чаще. А вот и гондола, но гондолы закрыты. Ну, прикольно. Сейчас испробуем, я думаю. Так. Все, что ли? Ну что ж, поехали. Круто, слушайте. Прикольно. Вот так тебе. Ты где горишь? А вот. Так, давайте-ка осмотримся. Ох ты! Сколько алкоголя, однако. О, еще экстракт. Давайте-ка, пожалуй, наверное, еще щит. Улучшим. Со здоровьем вроде пока нормально. А вот если мы будем с вами улучшать щит, то наверняка у нас и до здоровья-то не доберутся противники. Так, а куда это? Нам нужно куда-то в другую сторону. Ох ты. Вот так тебе. Так. Ух ты. Это было больно. Да блин, мы же далеко. Так, ладно, давайте почитаем. Новый ковчег нового времени. Закрый Хейл Комсток, 9 сентября 93 года. Место гондола на острове монументов. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и воскорбел он в сердце своем,
Дождь, 40 дней и 40 ночей подряд. Ничего живого не осталось. Видите, друзья мои, даже Господь не брезгует начинать свои... все сызнова. А что такое Колумбия, если не новый ковчег? Интересное замечание. Способ убрать груз, заживающий аэротрасса. Ну, вообще, он там убирается. Давайте пока просто посмотрим, что здесь есть. Прежде чем двинемся дальше. Среди ящиков наверняка что-то полезное можно найти. В принципе, да. Еще деньги. Уже 1031 орел серебряный. Но только мы так пока и не смогли по-нормальному воспользоваться этим всем. Так, сейчас он уедет подальше. А вот теперь поехали мы. Вот так вот. Так. Пожалуй, пока что сползать не будем отсюда. Блин, я попасть не могу. Я пока не хочу тратить автомат на самом деле. Хотя патронов для него достаточно. На самом-то деле. Давай, выползай, товарищ. Ты еще не мертвый. Вот так. Вот теперь мертвый. А этой штукой мы никак не умеем управлять, видимо, да? Ладно, давайте попробуем побегать с автоматом. Ау. Было больно. Значит, наверх надо подниматься. Хорошо. Сейчас будет сделано. Да, ага, вот туда нужно. Соли. Сейчас пока что только осмотримся, пожалуй. Что здесь есть полезного? Вход запрещен, закрыто по распоряжению полиции Колумбии. Жаль. Наверняка что-то интересное тоже внутри было бы, если бы не было закрыто. Здесь тоже закрыто. Нам нужно вон туда прыгнуть. Ладно, давайте запрыгнем. По идее, вон туда, конечно, но давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Я не думаю, что он здесь один был. Серьезно, блин, сколько здесь бутылок. Ух ты, на снаряжение. Ботинки, целительное убийство. Шанс 60% получить очки здоровья в рукопашной. Вот это, кстати, тоже левая штука. Погодите, у нас, по-моему, три уже даже одеяния есть, да? Да, слушайте, прикольно. Осталось только броня еще. Найти какую-нибудь. Да сгори ты. Ух ты, ха-ха-ха. Слушайте, прикольно. Сгорел вообще дотла. До косточек абсолютно. Да и косточки испарились еще потом. Похожий эффект от... на самом деле от огненного тоника, который у нас есть. Был, точнее, извиняюсь. Так, нам в ту сторону вроде бы. Главное, чтобы вот эта твинья нас не задела. Так, черт, а во. Мы высоко поднимаемся, однако. Это они в нас стрелять, что ли, или в кого? Stand down. Да, вроде бы нет. Stand down. He who crossed the Delaware with flaming sword and the wings of angels. Watch over me and lend me. Ладно, давайте не будем в них стрелять. Фиг с ними. Пускай живут. Только это Комсток на них, что ли, так повлиял. Ну, они совсем упортые. Боже, что мое. Да вы упортые все, ребят, серьезно. I know why you have come, false shepherd. I see every sin that blackens your soul. Wounded knee. The
The drink, the gamble. And of course, Anna. And now, to repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. Do you know why these men will die for me? Because I have seen their future in the glory. And hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, DeWitt. Then again, it always does with you, doesn't it? It always ends in blood. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came! Нет, спасибо. Блин, у мужика, походу, какие-то сверхспособности тоже все-таки есть, как мне кажется. Ё. Какая у нас лапка-то. Так, нам вот туда нужно, да? Нет. Опа. Вот так тебе. Так. Так, куда это мы улетаем-то? Так, поспешно. Вот так тебе. Слушайте, вправду здоровье получаем. Блин, Букер, да ты зверь просто. Собираешься эту штуку как-то еще перенаправить куда-то, а? Так, а как нам это сделать, кстати? Что-то я не пойму. Так, ладно, давайте осмотримся. Я боюсь, что эта штука откроется под нами, но, видимо, нет, все же. Так, здесь ничего не открывается, здесь тоже. Сюда, может? А, да, вот сюда. Да, мы тебя трогать не будем. The world was a prophet. Мир пророка. Переводится. Так, ладно. Изменим курс. The Lord forgives everything. And I'm just a prophet. So I don't have to. Amen. Amen. Jesus! Боже, да. Так, ладно, валим. Черт. Оп, прыгай. Понятия не имею, я в ту сторону, нет? Вроде в ту. Я просто даже не знаю, куда бы я там уехал. Нам вроде бы именно сюда и нужно было. Так, ладно, давайте-ка пока что осмотримся. Может, с этой стороны что есть еще полезного? Нет, нет, ну ёптель-моптель, здесь народ просто умышленный. Действительно, согласен умереть на все. Это согласен даже умереть. Ради своего гребаного пророка. Так, здесь ничего нет. Блин, а у нас так и нету денег, а? Ладно, давайте перейдем на остров монументов. Странное место, чтобы держать девушку. Чего они все так боялись? Кстати, действительно интересно. Что же они так боятся эту девушку-то? Что они решили ее именно сюда запихнуть? Oh, there it is. Monument Island. Да. Знаете, пожалуй, именно здесь мы, наверное, закончим эту часть и продолжим уже в следующий раз. Пока что я прощаюсь со всеми. Надеюсь, вам нравится это прохождение и эта игра в целом, как и мне. А пока что, всем удачи, всем пока!